на шашлыки кататься? Да, идем. Мы сегодня приехали на шашлычки. И вот тут такая горочка есть. Мы среди елочек, да, встали? Да. Давайте, познакомьте, у вас тут друзья приехали еще. Давай, аккуратненько, Дима. О! О! Вот тут наши друзья отдыхают. Я мёртв! Я мёртв! Давай грибочек. Вы должны угадать. Амир с Тимуром уже пробовали? Я уже знаю. Да. Мы вам сейчас дадим конфеты. Конфетки? Нет. Амир, давай. Какие конфеты? Давай. Перчатки с ним. Бимбузл. Бимбузл пробовали вы еще, нет? И вы должны угадать, что за вкусы. Да. Что вам сейчас попадется? Жуйте, жуйте. Жуйте, жуйте. С каким вкусом? С каким вкусом? Енота. Ну примерно. Чипсов выкидывай. Это вкус чипсов. Это бимбузл. Это чипсы. Дай понюхать, что такое. Еще есть? Еще пару. Давай. Подожди, подожди, дай я сниму. Вот тут может, наверное, или трава попасться, или, короче, памперсы, что-нибудь такое. Мама, еще будешь? Да. Надеюсь, не отвратительно. Нет, сладкие могут попасть, Айдар, давай. Давай, жуйте. Их жевать надо? Да. У тебя вкус чем? Мне вкус. Опять вкус чеса. Зеленый, у тебя, наверное, вкус травы или лайма попался? Да. Что-то такое. Травы? Лайма. Вот. Лайма это лимон. У меня нормально, да? Трава какая-то. А у меня отвратительно, у меня вкусная. А у тебя что за? Это вкусное. Или кислое молоко, или тухлое яйцо. Или мертвая рыба. Тухлая рыба. Да? А может себе, да? Может вам протухшее молоко попалось, да? Я не знаю, но оно... Да, это протухшее молоко. Да? Самое неприятное это козявки. Смотри. Давай, ложись. У-ху-ху-ху. Давай ручками-ножками, давай. Бабочку делай. На дорогу не выбегайте. Бабочку, бабочку, давай. Руки ну, выше поднимай. Выше ручки-ножки. Давай, давай. Ой, молодец, молодец. Ты настоящая бабочка маленькая. Бабочка, бабочка. Да? Давай, вставай, бабочка. Иди ко мне. Все, посмотри, какой у тебя след. Вот это твои крылышки. Крылышки и голова. Тогда пойдем в шашлычок покажем ребятам. Хочу еще одевать. Давай сейчас в какое-нибудь место, где чисто. Вот сюда давай. Сюда идем, 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 идем. А туда идем, идем, идем. Так, ну-ка, поворачивайся. Давай, ложись. Ю-ху! Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Выше, выше, выше. Все, вообще круто. Лайк. Лайк тебе, бабочка. Давай, вставай. Шашлычки, ребята, ну давай покажем тоже. Встаем, встаем, опа, хоп, отряхиваемся, смотри, какое место, отряхиваемся. Голова! Голова, крылышки и ножки. Какая красивая у тебя бабочка получилась, да, Тимур? Ай да, пойдем. Какие еще? Тимур, много на снегу лежать нельзя. Ай да, около костра согреемся, дай мне ручку. Около костра согреемся. Ай да, вот, шашлычки. Ай да, я за, я тоже? Я нет. Шашлычки? Любишь шашлык, Тимур? Угу. Поехали! Ю-ху!
ветер поднялся. Йоху! Ой, Тимур, тут ветер поднялся. Давай, пойдем быстрее. Кальчику. Айда, Тимур, лучше пойдем посмотрим, как у нас там костер горит. Пойдем? Пошли. Вот Тимур такое дерево посадил тут красивое. Какой он молодец, да, Тимур? Вот, шашлычок он покушал. Вкусный шашлычок был? Ага. Вообще красота. Пойдем. Я катаюсь. Катаешься? А как тебе, Тимур, прогулочка наша нравится? Ага. Зимний шашлычок. Открытие шашлычного сезона у нас, Тимур, происходит. А тут у нас елочки. Елочки, красота. Ох, зимний лес. Ой-ой, вставай. У меня рука. Шашлычок. Валенки вот на такой подошве. Холодно. Не знаю, что мне одевать. У них нет, по-моему. У меня есть, все есть. Тимуруха. Что ты делаешь? Сухие веточки ломаешь? Да. Что ты хочешь? Посади дерево. Дерево хочешь посадить? Давай, сейчас я тебе сломаю дерево. Вот тут такое сухое, оно уже нам не надо. Так, раз. О, какое огроменное дерево тебе. Давай, сажай. Смотри только, чтобы веточки в глаз не попали. Давай, аккуратненько. Давай. Сажай, давай. Подальше, подальше, вот сюда. Вот сюда подальше, вот. Вот сюда подальше, давай, зарезай аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай. Ой, вон, видишь, в глазки тебе лежат. Давай, я тебе помогу. Отпускай, вот так. И так. И раз. Ой, какое красивое дерево посадил. Вот, Тимур, молодец. Давай, лом. Ну, сломай, раз ты считаешь, так нужно сделать. Нужно им сделать. А Тимур какой молодец. Тимур у нас пошел разжигать костер. Пойдем. Давай. Давай, 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 давай. Давай, кидай. Давай, давай, давай. Ой, молодец. Красиво горит. Мама Тимура наварит. Правильно. Ой, Эдик. Тимур. Вот это больше. Говорят, да? как мясо еще будет готовиться. Вообще красота. Ручки прям замерзли. Тимуруха, ты замерз, братан? Нет. Нет? Что-нибудь прикольное сделать? Ну давай. Что прикольного будешь делать? Вот тут деревья твои растут. Выросло одно дерево. А вон там детишки идут. Детишки, привет! Вон детишки там с тарелочками идут, за добавкой. Сидели в машине, грелись. Ребят, вы пришли за добавками? Нет. Ребят, пойдемте, я вам покажу, знаете что, медвежью берлогу. Пойдемте посмотрим. Медвежья берлога вон там. Тарелки-то оставьте, ребят. Пойдемте. Тимур, там медведь, походу, живет. Где у тебя перчатки? Пошли. Тимур, расставь ее. А дядя Варежка у тебя с собой? Пойдемте. Пойдем, там медвежья берлога, короче. Сейчас посмотрим. Там, походу, спит медведь. Медведь-шатун. Пойдем быстрее. Вот берлога. Идем. Идем. Вон его лапа! А, я боюсь! Смотрите, ребят. Вот там медведь. Видишь медвежью лапу там, Тимур? Я не знаю. Я туда. Аккуратно только, давай. А что там есть? Там медведь живет. Амируха, смотри. Вот там медведь. Смотри, чтобы не завалилось. Вылезай. А что там? Ты не залезай сверху. Вылезай. По очереди, по очереди, давай. Каждый по очереди залезает в медвежью берлогу. А давай. Что там?
Там медведь. Медведь. Там медведь, походу, короче, был. Он пошел себе искать пропитание. Амир, скажи привет. Из... Привет из медвежьей это берлоги. Фон. Это фон. Он мало ли вернется. Давай по очереди. Если он вернется, короче, мы убежим. Айдар, Тимур, залезешь туда? Нет. Айдар сейчас залезет и всем скажет привет. Из... Не там ничего нет. Медвежьей берлоги. Айдар, привет. Айда, Тимур. Не, не бойся никого. С папой никого не бойся. Пойдем. Пойдем. Папа его скушает, если он что-то будет делать. Давай. Садись. Садись, посмотри. А там нет никого, вот смотри. Хе-хе, видал? Видишь, там нет никого. Если хочешь, можешь туда залезть. Иди, залезай. Это будет интересно и прикольно. Как медведь там может, там очень тесно. Там маленький медвежонок, короче, видите? Это его следы. Он пошел искать в лес, короче, пропитание, ребят. А Даша слева. Я его вижу, бежим! Бежим быстрее! Я нахожу там. Бежим быстрее, ребята! Я не вижу! Вот это его следы. Он тут ходит, бродит. Вон там в кустах шевелится, Айдар! Смотри быстрее! Во-во-во-во-во! Вон, вон там в кустах, ребята. Бежим быстрее. Айда, пошли, согреемся около костра, ребят. Пойдем. Пойдемте. Пойдемте, ребята. Тут обитает медведь-шатун. Пойдем. Не пойдет, папа его скушает. Папа достанет свой пистолет и будет стрелять. Так, я пошел насаживать, короче, ребят. Шашлычок. Переворачивай. Зефирочки. Смотрите. Жарим зефирки. Амир, пакет сюда прям принеси. Ой, почти. Почти, Тимур, давайте я чуть-чуть. А ой, горит, горит, горит. Все, все. Давай с этой стороны. Далия, ну не готов еще. Да готов у тебя уже. Далия дожарить надо. Во, все. Открывай. Давай, Амир. Давай. Не. Иди сюда. Сейчас не, нормально, открывай. Открывай, кушай давай. Он горит. Давай, давай. Остыл он, Тимур, давай. А, зефирки, ну, красота. Только не вдавливай. Амир, переворачивай. Тимур, все, остыло, на. Оружие тебе надо. Ты медведя боишься, что ли, Тимур? Да. Не бойся. Он убежал далеко в лес. Мама отняла зефирку. Да, можно вот так? Как сладкая вата, да? Чем-то. Молоти. Какой-то другой приятный. Молоти. Ого. И какое у тебя оружие крутое от медведя, да, Тимур? Ты такой молодец прям вообще. Вот туда. Давай. Бросай. Бросай. Что сорвалась? Тимур, зефирку будешь? Ну, все детишки кушают, вкусно говорят. Я хочу. То есть здесь тут и взрослые дети зефирки кушают. Вкусно говорят. На, давай зефирку. Опа, горит. Давай, оп. Потом невкусно будет. Теперь выглядит. Еще можно не пробовать. Че, лайк? Можно отойти? Нет, отойти. Хочу. Нет, Шайдар, я ждаю. Не будешь? Поехали, давайте, детишки, чуть-чуть маме помогаем. Толкаемся ногами. Поднимайте ноги, поднимайте. Давайте. Детишки с горочки катаются. Природа, красота, лепота. Тимур, уха, тут ветер дует, тогда пойдем. Тимур, тут продувает очень сильно, пошли. Быстрее.
Тимурчик идет у нас ручки погреть. Ты-то, Тимур, перчатки сними и дай маме. Ну, вторая партия шашлычка пошла. Давай грей ручки. Вот так грей ручки. Вот так ставишь, как папа, вот так. И так греем. Вот такие шашлычки, да, Тимур? Тимур, не трогай снег голыми руками. Давай.